Я нашел это в бумагах Аулиани. Прочтите. Мне некому отправить это письмо, и все же я должен его написать. Просто, чтобы объяснить все до конца. Кому? Может быть, больше всего самому себе. Это дело с кражей Страдивари заставило меня взглянуть на себя со стороны. Вот до чего дошло. Меня подозревают в краже. А я к Страдивари не имею никакого отношения. Где друзья, которые могли бы свидетельствовать мою непричастность к этому злому делу? Я сам виноват в том, что подозрение пало на меня. Я озлоблен, одинок. Я трачу свои душевные силы, не сожалея по поводу моей неудавшейся жизни. Я лишил себя радости жизни, музыки. Сам осудил себя на пустоту и одиночество. Да, жаль. Обидно, что смерть настигла его в такой момент. А в его жизни все могло измениться. Мне его жаль как-то. Что будем делать? Позвоните домой и скажите, что придете завтра. Есть версия? Да. Я, кажется, придумал кое-что. В Хашури надо ехать. Ну что ж. А почему вы решили, что изготовитель Фомки живет в Хашуре? В архивных делах упоминается мастер воровских инструментов, который живет в городе Хашуре. Понятно. Кстати, письмо, которое нас наводило на Авальяни, тоже было отправлено из Хашури. Помните? Вот еще три, а больше нет. А сколько людей у вас в комбинате всего? 26. Я просмотрела ведомости на зарплату. У вас здесь 28 человек. Двое у нас вне штата. Они по договору работают. Кнарик Меликян, педикюрша, санаторий обслуживает. И Меладзе, старик, наш пенсионер. А что делает этот старик ваш? Он у нас мастер на все руки. Инструменты точит, часы умеет чинить. Любой механизм может оживить. А часы он хорошо чинит? Профессор? Часы. Ну что часы? Он все умеет. А где живет ваш профессор? Вот здесь, недалеко. Две улицы пройдете, на углу белый дом стоит. Собственный. Там он и живет.
Войдите. Здравствуйте, Степан Андреевич. С чем пожаловали? Вот инструмент надо один сделать. Мне посоветовали к вам обратиться. Смотря какой инструмент. А вот такой. Ну как? Пришли, значит. Да, Степан Андреевич. Видимо, нам есть о чем поговорить. Например? Например, о краже на квартире профессора Церетели по улице Павлова, 30. Понятно. Ты как вошел, я сразу понял тебя. Не должен был ты меня найти. Но, видно, по-другому построилось. Скрипка где? Задержан гражданин Меладзе Степан Андреевич, 1908 года рождения. Меладзе сознался в краже в квартире народного артиста Церетели. Участие других лиц в преступлении Меладзе отрицает и выдать похищенную скрипку Страдивари отказывается. Действительно, Меладзе не брал скрипку. А кто же? Да-да, я вас слушаю. Да, это я. А что такое? А, это надо приветствовать. Что-что? Ладно, доставьте его ко мне. Вот и он просится на допрос. Кто? Меладзе? Да, Меладзе. Интересно. Но с вами он не желает разговаривать. Хочет дать показания главному начальнику. То есть, удовлетворим? Ну, конечно. А он зачем здесь? Я сказал, что только главному буду давать показания. Где у вас он содержится? Пока здесь. Ага. Значит так, в тюрьму его переведите. То есть следственный изолятор. Так, я полагаю, вам могут предъявить обвинение в краже государственного имущества в особо крупных размерах. Так, сколько там по статье полагается, забыл я? От 8. И выше. О, это солидно. Да. Тогда затребуйте дела, все по списку, где его инструменты проходили. И подумайте, будем ли мы его привлекать за соучастие в форме пособничества. Да. Ну, а затем не смею задерживать. Конвой вас в приемной ждет. Я думал, что у нас душевный разговор пойдет. Садитесь. Вы что думали?
Я вам здесь стол накрою, да? Сядем, обнимемся, про жизнь вашу поговорим, мною загубленную. Вы вор, старый уголовник. Вы мне, ему, вы всему народу, вот где стоите. Вы украли скрипку. А ее величайший мастер ночами бессонными выстрадал, счастье людям дарил. А вы обокрали всех. А теперь ко мне явились и снизошли до дружеской беседы. А ведь вы не пришли к нам с душевным разговором, пока мы вас искали, а теперь вспомнили. Нет, не надо. Снисхождения не ждите. Поэтому вы или всю правду слышите, всю, расскажете, или нам с вами говорить не о чем. Видать, что вы гражданин начальник, мужчина серьезный. А это с самого начала надо было понять. Стенографистку ко мне. А. С чего начинать будем? С чего? Сначала. Ну пусть барышня пишет. А ты запоминай. Или там как хочешь. Значит, явился ко мне как-то человек. Как он представился? Он назвался Яшка Ломик. Я тебе откроюсь. Человек есть тут один. Большой хозяин. Кто это? Нет, ты даже про него не спрашивай. Я лучше под вышака пойду, чем его назову. Вот он предлагает одно дельце. Клевое. А деньги даст большие. Какое же это дельце? Квартирку одну открыть нужно. А. Нет. Я на кражу не ходил сроду и не пойду никогда. Боюсь я. Не мое это дело. Да ты про уголовщину забудь. Тут дела личные. Ерунда, в общем-то. Там только замочек с фокусом. И все. И никому, кроме тебя, с ним не справиться. Все. Понял? Деньги в зубы, катись. Ну? Мне нужно крышу перекрывать. Во. Деньги на бочку и все. Ладно. Заскочу на днях. Досада меня взяла. Главная квартира открыта. Думаю, если они мне такие деньги отвалили, значит, тут что-то не так. Я как вошел, все понял. Шкаф разворочен, видать, моей Фомкой. Денег, драгоценностей, небось, забрали. Думаю... А я-то чего? Ну и... Так вот и вся история. А после этого вы его не видели?
Яшка приезжал через неделю. А где скрипка? Да не брал я скрипку. Никакой скрипки я не видел. Расшифруйте и дайте ему подписать. Вы свободны. Уведите арестованного. Главного зовут хозяином? Да. И мы о нем ничего не знаем. Значит так, у нас есть композиция из трех человек. Меладзе, Яшка, хозяин. Исполнитель, администратор и мозговой центр. Я думаю, вор был человеком близким к Церетели. Конечно. Поэтому сначала отберите людей, которые хорошо его знают. Слушаюсь. Так. Я так и не понял. Вы меня помощником своим стать предлагаете? На общественных началах. На общественных. А почему вы именно ко мне обратились? Во-первых, вы человек умный. Вы уверены? Конечно. Вы не ошибаетесь? Нет. Во-вторых, вы хорошо знаете Церетели, не правда? Вам известны многие его знакомые. Ну, кто лучше вас поможет мне найти истину? Ладно, я постараюсь вам помочь. Постарайтесь вспомнить всех людей, которые были достаточно близки к Церетели и бывали дома. Понимаете? Да, ничего себе. А почему бы вам Церетели не спросить об этом? Спрошу. Обязательно спрошу. Но мне нужен не только список, мне нужны характеристики. В этом я вашей объективности больше доверяю. Хорошо. Но учтите, там бывало много народу, всех не вспомнишь. А вы все-таки постарайтесь. Часто бывали ученики, профессора консерватории, почитатели его таланта. Кого заподозришь? Ну, это мы сами решим. Ну, тогда начинайте. Первый. Коголадзе Курам Владимирович, настройщик. Да-да-да. Я много лет знаю профессора, и каждое мое показание нуждается в проверке. А сам я, пожалуйста, в социально-психологическом портрете. Так, дальше. Скрипач Агладзе. Дирижер Станиловский, композитор Кавтарадзе, шофер Плиев, Кисляев, Анвар Георгиевич, он же Засохов, концертный администратор Сидамонидзе. Сидамонидзе? Да, он всех знает. Сидамонидзе. Садитесь, пожалуйста. Простите, у вас тут плечики не дойдутся? У нас пальто снимают в гардеробе. Это истинно так. Но когда приходишь в такое место, из которого неизвестно, куда пойдешь, лучше пальто иметь под рукой. Между прочим, в тех неизвестных местах, куда иногда попадают наши посетители, плечики для пальто тоже не дают. Там это уже не страшно. Как говорится, бытие определяет сознание. Слушаю я вас. Не будем терять время. Назовите фамилию, год рождения, род занятий. Ай-яй-яй. Какая у вас память при такой очаровательной внешности. Я же только что представился. Видите себя скромнее?
и отвечайте на мои вопросы. Пожалуйста. Меня зовут Александр Михайлович Сидамонидзе. Год рождения 1933. Образование высшее. Незаконченное. Судимости не имею. Из крестьянской семьи. А работаете вы кем? Я работник культуры. Как? Что как? Распространитель театральных билетов. Где вы работали раньше? Я работал администратором филармонии. Почему вы ушли оттуда? Не сработался с начальством. А что вы делали в ту ночь, когда украли Страдивари? Простите, когда это случилось? Это случилось с 15 на 16. С 15 на 16 я спал. Спал. Кто-нибудь может подтвердить это? Не требуется. Да? Если я говорю, что я спал, значит спал. Если вы не верите, то тогда докажите, что я не спал. Товарищи, в чем дело? Я вижу, эта очаровательная женщина, то есть, простите, товарищ лейтенант, обвиняет меня в чем-то. Но в чем? Скажите, пожалуйста, вы, кажется, знаете Гугуладзе? Знаю. Что вы о нем думаете? Что я думаю? Я думаю, не каждый найдет в себе силы встать второй раз на ноги, как это сделал Гугуладзе. О чем вы говорите? Человек, который в 17 лет так удачно выступил на конкурсе скрипачей, мог иметь в жизни все. А он выбрал другой путь. Какой? Гугуладзе был скрипачом? Конечно. А что? Вы не знали? А еще Страдивари хотите найти? Дальше, дальше. Продолжайте. Что дальше? Продолжайте. Дальше... Ну, кто из нас не совершал глупостей в детстве? Больше или меньше, каждый из нас имеет грешки. Это о Гугуладзе? Ну и Гугуладзе. И этот Гугуладзе в молодости, по глупости, связался с какой-то компанией, уехал неизвестно куда, ну и... скрылся. Нет, нет, товарищи, я ничего не видел, ничего не слышал и ничего не говорил. Все. Так, так. Ну ладно, на сегодня хватит. Пожалуйста. Честь имею. А с 15
На 16-е я спал. Спал. Да. О, Георгий Николаевич. Здравствуйте. Какая неожиданная встреча. Рад вас видеть. Прошу. Вы меня заинтересовали своей работой. Становлюсь, так сказать, детективом на общественных началах. Увлекся. Я думаю, мы теперь до конца жизни будем встречаться. Говорить о Церетели, о Вальяне, строить гипотезы, кто мог украсть скрипку. Да, кстати, вы узнали, кто ее украл? Я вчера беседовал с Сидамонидзе. Он сказал, что вы раньше были скрипачом. Вот тварь. А больше он обо мне ничего не сказал? Нет, больше ничего. Ну, ладно. Все остальное я вам расскажу сам. В свое время я не совсем точно ответил на ваш вопрос. Что меня связывает с Авальяни? Дело в том, что он был моим наставником. В каком смысле? В прямом, в скрипичном. Говорят, я был способным скрипачом. А Валя не очень хотел, чтобы я сделал то, чего не смог добиться он. И что же? Ничего. Я сломал руку. С идеей большого триумфа пришлось расстаться навсегда. Великий скрипач Флицер был слеп. У Липинского была жестокая чахотка, но играть они могли. Да, вам действительно не сладко досталось. Да, ведь надо. Двойной перелом левой руки. Гурам, вы сможете завтра зайти ко мне? В час дня? На 10 минут. Пожалуйста. Выпьем за ваши успехи. Спасибо. Ну, что похудели так, Степан Андреевич? Кормят плохо? Да нет, достаточно. Разве мне старому много надо? Да и жена моя приносит. А в чем же дело? Тоска забрала. О чем тоскуете, Степан Андреевич? Умру я, наверное, в заключении. Лежишь целый день, думаешь, и мысли какие-то противные. Да? Да-да, пропустите. Ничего-ничего, Степан Андреевич. Скоро осудят вас, отбывать поедете. Колония не каторга. Хм. Не каторга. А что же, Сочи? Курорт? Ты-то, я думаю, на отпуск путевку туда не возьмешь. Я, между прочим, в чужие квартиры по ночам не хожу. А как же они? Это что? Я один за них отдуваться буду. Войдите. Я, кажется, не вовремя. Нет, нет, заходите, Гурам. Холодно сегодня что-то. Да, холодновато. Вы что, знаете этого человека, Гурам? Нет. Хорошо, присмотритесь. Может, встречались где-нибудь?
Подождите, подождите. Где я его мог видеть? Кажется, я его видел у Авальяни. У какого еще Авальяни? Спокойнее, спокойнее, Меладзе. Я попрошу вас отвечать на мои вопросы. Значит, вам знаком этот человек? Да-да. Я его видел у Авальяни. А вы, Степан Андреевич? Меладзе, вы подтверждаете слова этого гражданина? Скорее я сдохну, чем я ему стану подтверждать эту брехню. Я его первый раз вижу. Можете идти. Садитесь, Гурам. Войдите, войдите. Слушайте, вот я показания Гогуладзе снова прочел. И все-таки мне здесь что-то не нравится. Вы мне скажите, почему так испугался этот Гогуладзе? Конечно, он видел Меладзе раньше. А почему Меладзе отказывается от знакомства с ним, непонятно. Разрешите, товарищ полковник, выехать в Ереван. А зачем в Ереван? Гогуладзе больше нельзя трогать. Ни в коем случае. Я хочу узнать, что он делал в Ереване, пока чистили квартиру Церетели в Тбилиси. Но вы мне говорили, что у него алиби стопроцентное. У него действительно алиби. Но иногда стопроцентное алиби тоже надо проверить. Ха. Ну и алиби. Да. Вечером накануне кражи. У профессора Ракеляна. Профессор с супругой подтвердили, что он весь вечер просидел у них в гостях. Потом по телефону вызвал такси и поехал в гостиницу. Дежурная по этажу сказала, что Гогуладзе пришел не поздно и попросил разбудить в 8 утра. Да, об этом есть даже запись в их книге. Я сам это проверил. Слушай, Георг, мог он потом выйти на улицу незаметно для дежурной? Там какой-нибудь выход есть? Так, на улицу. По боковой лестнице можно выйти в кафе на первом этаже. А тут есть выход на улицу. А что? А то, что если он сразу вышел через кафе и поехал в аэропорт, то через час мог быть в Тбилиси. Вероятно. Но как вернуться к 8 утра в свой номер? Не мог он этого понимать. Почему? Сам посуди. Допустим, он принимал участие в самой краже. Я это уже допустил. Добираться обратно он мог тремя видами транспорта. Самолет, автомобиль, поезд. Точно. Самолет отпадает. Первый рейс на Ереван в 7:45.
Не мог он добраться к 8 утра в свой номер. Автомобиль? А? Автомобиль, возможно, но есть сводка погоды. Сплошной туман. Опасно ведь. Вот если только поездом. Едем таксомоторный парк. Надо найти водителя, который вез Гугуладзе в аэропорт. Когда позвонили Аракеляну и сказали, что такси едет, это заметили все. Гугуладзе обеспечил эту часть алиби прямо по нотам. Но в случае чего даже таксист может подтвердить, что доставил в гостиницу они музыканта из Тбилиси, который очень хотел спать. Ну да, а еще раньше он заказал второе такси прямо к гостинице. А потом через кафе... Черным ходом. Да-да, вышел на улицу, сел в такси и помчался прямо в аэропорт. Ага, это верно, но вернулся как? Пошли к диспетчеру. Да, был такой рейс. Только водитель сейчас в отпуске. А как его найти? Садитесь, пожалуйста. Садись, Георгий. Ничего. В отделе кадров сейчас узнаю. Досада какая, а? Да, да. А вы не насчет пропажи? Какая пропажа? Ну, в смысле находки. Ничего не понимаю. Пропажа или находка? Тот пассажир до аэродрома оставил в машине вещь. Какую? А водитель ее сдал в бюро находок. Какую вещь? Ну, камертон. Камертон? Да. А можно посмотреть? Пожалуйста, пойдемте, я вам покажу. Вы за ним сами поезжайте. Я его вызвал по телефону. А если догадается и сбежит? Куда сбежит? Сами знаете. Смотрите, вот он. Ну, идите. Заходите. Можно я закурю? Пожалуйста. Вы ничего не хотите мне сказать, Гурам? Нет. Ничего. Это, кажется, до. Это ля. Ага. Нашелся все-таки? Да, нашелся. Может, вы все-таки расскажете? А мне нечего вам рассказывать. Ну, если вам нечего рассказывать, тогда я вам расскажу. Самолет из Еревана в Тбилиси прибыл по расписанию. 12 минут первого вы уже были на месте преступления, где вас ждали Яшка Ломидзе и Меладзе, которого вы здесь признали. Вы Фомкой вскрыли стеной шкаф, взяли скрипку Страдивари, вышли на улицу, сели в машину и поехали на вокзал.
все точно. А где скрипка? Скрипку забрал Яшка Ломидзе. Как его найти? Не знаю. Честное слово, не знаю. Он сказал, что сам разыщет меня. И пропал. Да. Хорошего компаньона вы себе выбрали. Я его не выбирал. Как и вас. Что правда, правда, мы вас действительно сами нашли. Одно только жалко. Вы оказали Ломидзе куда меньше сопротивления, чем нам. Ломидзе у меня только совесть отнял. А вы хотите все забрать? Да? Когда вы с ним встретились, у вас уже не было совести. Где вы с ним виделись в последний раз? У меня дома. Когда? 3 дня тому назад. Зачем приходил? Интересовался вами. Уважает он, значит, инспектора? Как вам сказать? Между прочим, он знает вас в лицо. Учтите это. Позавчера он должен был дожидаться вас в подъезде. Он на все способен. Выходит, вовремя я в Ереван уехал. А? Так вот, гражданин Гогуладзе, я обвиняю вас в краже скрипки Страдивари из квартиры профессора Церетели. Вы согласны с предъявленным обвинением? Думайте, как хотите. Мне это безразлично. Вы можете радоваться. Я сдался. Я ночь за ночью, день за днем не сплю. Не могу я больше. Я безумно устал. Отправьте меня в тюрьму. А теперь я хочу задать вам вопрос. Вы не думали, на какое шли преступление? Какое это имеет значение? Я вам больше не буду отвечать. Отправьте меня в камеру. Я устал. Я хочу спать. А с кем это вы здесь пировали? С Яшкой. Значит, у вас каналов связи с Ломидзе нет? Нет. Он всегда неожиданно появлялся. Он живет в Тбилиси? Скорее всего, нет. Однажды он сказал, ты через полчаса в постели, а мне еще 2 часа трястись в машине. А номер машины вы помните? Нет. А если даже знал бы, все равно это вам не принесет никакой пользы. Почему? Он же продумывает все до мельчайших деталей. И наверняка на его машине чужой номер. Нет ли особых примет у машины? Ну, обыкновенный ГАЗ-69. Разве что никелированные колпаки на колесах. Никелированные колпаки? На газике? Да. Продукты и выпивка из ваших запасов? Нет. Яшка принес. Вы можете переодеться. Да-да, захватите теплые вещи и курево. Спасибо. Георгий Николаевич, посмотрите на эту банку. Грибы, обычные консервы, маслята маринованные. Я вас понимаю, но он вор.
И то, что истекли все сроки давности по старому производству, он не перестал быть преступником. Я знаю. Вам жалко его? Не попади он в компанию Рыжика, может, все сложилось бы по-другому. Вебхвадзе, мы обязаны по поступкам судить о человеке. Он ведь обыкновенный человек. Да, он обыкновенный человек. Он нес в себе груз тяжкого преступления, в котором не раскаялся. В каждой острой ситуации инстинкт самосохранения был у него сильнее. А совесть все тише и сговорчивее. Разрешите? Да-да. Садитесь, Гагаладзе. Будете говорить? Что вас еще интересует? Скрипка. Я вам уже сказал. Ее забрал Яшка Ломидзе. Допустим. Но Ломидзе простой уголовник. Он мог организовать кражу, мог спрятать скрипку, но продать ее он не мог. Тут нужна ваша голова, ваши связи. Какие еще связи? Гугуладзе, вы знаете гораздо больше, чем говорите нам. Лучше скажите всю правду. Оставьте себе хотя бы один шанс. Я честно говорю, не знаю, где скрипка. Товарищ капитан, зачтите архивный материал деятельности юного Гугуладзе. 12 мая в 17 часов 20 минут несовершеннолетний Гугуладзе и еще двое неустановленных граждан привязали будку чистильщика к троллейбусу, что вызвало волочение будки по проезжей части проспекта вместе с чистильщиком и обслуживаемым клиентом. Дальше. 00 часов 35 минут 7 августа ограблена квартира гражданина Саны Блидзе и убита его мать в возрасте 76 лет. Кто преступники? Фобхадзе, Имедадзе и Рухадзе. Личность четвертого не установлена. Как формулировалось обвинительное заключение? Трижды судимый Фобхадзе, он же Рыжик, вовлек несовершеннолетних Имедадзе, Рухадзе и четвертого в ограбление квартиры гражданина Санеблидзе. Когда вскрыли дверь, в квартире оказалась мать Санеблидзе. Испугавшись, она закричала. Тогда Фобхадзе ударил ее по голове ломиком. Как квалифицировал суд их действия? Суд признал групповое ограбление с убийством. Фобхадзе был приговорен к 15 годам. Имедадзе и Рухадзе к 9 годам лишения свободы. И что с ними стало, интересно? Имедадзе Николай Иванович условно-досрочно освобожден, живет в Тбилиси по старому адресу, работает на строительстве. Рухадзе Нестор Сергеевич условно-досрочно освобожден, работает в совхозе «Заря» в Целинном крае. Фобхадзе Шалвак Георгиевич, отбывая наказание, совершил грабеж в колонии и был приговорен еще дополнительно к 10 годам заключения. Умер около 4 лет назад. Умер? Да-да, Гугуладзе. Рыжик умер. А Яшка сказал. И тут обманул вас, ваш компаньон. Значит, меня преследовал призрак. Вы здесь ошиблись, Гугуладзе. Вас преследовал не призрак Фобхадзе, а страх совершенного преступления. Мы тогда по своей мальчишеской глупости находились под влиянием Рыжика. Рыжик Фобхадзе был старше нас. Мы его очень боялись. Боялись, что он прикончит нас. Вот так и вовлек он нас в это ограбление. И сам убил старуху. Ну, на суде он меня не назвал. Но я свое наказание отбыл. Да-да. Столько лет жить под страхом. Ведь это не шутка. Сейчас все сроки прошли. Но я вам говорю об этом, потому чтобы вы знали всю правду.
и поверили бы мне. Гоголадзе, убийство и через 30, и через 130 лет остается преступлением. Да. А вы знаете, почему Рыжик не назвал вас на суде? Рыжик прекрасно понимал, что ему необходимо прочно взять все в свои руки. Он видел ваш успех, одаренность, и был уверен, что вы далеко пойдете. Обретете прочное знакомство среди крупных музыкантов. Вы представляете, какого незаменимого наводчика готовил он себе? И Рыжик абсолютно точно использовал и ваш возраст, и вашу бесхарактерность. Вы нашего капитана Яшке показывали? Да. Показывал. Он знает Вепхладзе в лицо? Знает. Где вы показали капитана? В кафе. Он сидел за два столика от нас. О, Гоголадзе, Гоголадзе. Рискованный вы человек. Уведите его. Есть интересные новости. Рассказывайте. Целый день занималась в Министерстве пищевой промышленности. Кое-что удалось узнать. Вот смотрите. К-2630... Дробь 211 и 349. Таких букв оказывается три. К, Р и М. Р это рыбокомбинат, М мясомолочный завод, а К все остальные консервные заводы, включая овощные, то есть те, которые выпускают вот эти самые маслята. Я бы и сам мог догадаться, что маринованные грибы делают не на рыбокомбинате. Не на мясомолочном заводе. Да ну дайте же мне сказать. Говорите, говорите, Леночка. Два – это номер смены, которая выпустила эти консервы. Две следующие цифры – число. И это месяц, и 349 – индекс вот этих самых консервов. И таким образом, что мне удалось узнать? Что 12 августа сего года было выпущено 1226 банок маслят, которые были отправлены в Хашурскую торговую сеть в магазин номер 12 для реализации. Ну, вот и все. Вас мои сведения согревают? Леночка, за это вас можно просто расцеловать. Здорово! Вы сократили объем работы раз в 20. Не в 20, а в 40. Даже в 40? Ну да. Давайте не будем мелочными. Знаете что? Поедем в Хашури. Поедем. Машину, пожалуйста. А когда вы маслята получили? Маслята? Сейчас. Так, сейчас маслята. Вот. Получили 11 числа. Угу. Так, получили 1226 банок. И груздей 965 банок. Мы только маслята любим. Да? А сколько еще осталось у вас маринованных маслят? Маслят? Сколько осталось? Сейчас. Так, так, так. Осталось 6 ящиков. Георгий Николаевич,
Вы хотели присмотреть для вашей машины никелированные колпаки? Они там есть. Настоятельно рекомендую исключительно редкий маринад. Богатейший вкусовой букет. А, вам нужны такие колпаки? Я могу узнать, где он достал. Я его знаю. Кто он? Лумидзе Яков Семенович. Очень хороший человек. Не нужно, я просто взгляну на колпаки. Леночка. Сейчас не будем его брать. Проследить важнее. Может, выйдем на скрипку? Здравствуйте. Я заказал стол. Да-да. Прошу вас. Камера хранения. Здравствуйте, Лумидзе. Здравствуйте. Ну и познакомились, Лумидзе. Ошибаетесь вы. Я не Лумидзе. Что вы, дорогой, какая ошибка? Ведь вы же в парадном меня не по ошибке ждали. Скрипку по ошибке прятали. Значит, на сей раз меня Гурамчик продал, да? Ух, шкура. Леночка, жалко, нет смычка. А вы бы сыграли? Конечно. Да ну. На такой скрипке и я сумел бы сыграть. Лучше не надо. Пусть каждый занимается своим делом. Снятся им те же города,
тревожит сон, а до завтра.